Московская компания «Аэроэлектромаш» выкупила имущество опытного конструкторского бюро «Ротор» из Кумертау, которое признали банкротом в феврале этого года. Активы ушли с молотка за 31 миллион 600 тысяч рублей. Это склад площадью 1200 квадратов и земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров, расположенный в Кумертау на улице Палатникова. В лот также вошли автомобиль «Лада Ларгус», разукомплектованный самолет-амфибия, опытный образец вертолета Р-34-3. Кроме того, в лот вошли комплектующие лопасти двигателя, амортизаторы, также производственное оборудование, бытовая и компьютерная техника. Ну и добавлю, «Аэроэлектромаш» стал инициатором банкротства конструкторского бюро «Ротор». В 2018 году московская компания заплатила кумертаускому партнеру 51,5 миллиона рублей за разработку технической документации и трех образцов вертолета Р-34. Но уже в 2019 инвестор пришел к выводу, что башкирская ОКБ не справляется с работой, отозвал заказ и потребовал вернуть деньги. Получив отказ, компания пошла в суд.